Никит, а что ты мне хотела рассказать про анонима? Да ничего такого, чего бы ты не знала. Нет, ты же говорил, что ты знаешь, кто это. А Аня нас перебила. Ксюша, только не обижайся. В общем, я просто хотел тебя разыграть. Что? Зачем ты так со мной? Я же тебе ничего плохого не делала. Ксюш, ты только не сердись и не обижайся. Как я могу не обижаться? Я думала, мы друзья. Ну, Ксюша, я же просил не обижаться. Ну вот, помог Ане на свою голову. Теперь еще и с Ксюшей мириться. Не понимаю, зачем Никита так со мной? Неужели я ему безразлична? Привет, не подскажешь, как найти Марию Сергеевну? Привет, а зачем она тебе? Я хочу поступить в лагерь скаутов. Попробуй поискать ее на площадке, это там. А ты чего такая расстроенная? Тебя кто-то обидел? Просто друг, которому я доверяла, решил надо мной посмеяться. Понимаю, но может он не со зла? Но все равно это обидно. Меня, кстати, Даня зовут, а тебя? Ксюша. Очень приятно. Приятно. А где Ксюша? Не знаю, она еще не пришла. Странно, я думала, она уже здесь. А еще как-то раз мой друг одел себе штаны на голову и пришел так в школу. И говорил всем, что сейчас так модно, прикинь. Представляю, как там все смеялись. Да, это было очень смешно. Никита, хотела сказать тебе спасибо за то, что ты прикрыл меня и ничего не рассказал Ксюше. Пустяки. Правда, Ксюша на меня обиделась. Что? Почему? Она хотела, чтобы я ей рассказал, кто за ней следит. А я придумал историю, что хотел ее разыграть, и она обиделась. Понятно. Это худшее, что ты мог придумать. Ксюша этого терпеть не может. Ань, ну а что нужно было ей говорить? Ладно, не расстраивайся. Я помогу тебе с ней помириться. Спасибо. Надеюсь, она тебя послушает. Скауты, всем привет. Здравствуйте. Так, а где опять Ксюша? А она водички отошла попить. Сейчас вернется. Водички отошла попить. Ну ладно, время еще есть. Никита, пойди позови ее и скажи, чтобы она не опаздывала. А то мы через 5 минут начинаем занятия. Хорошо. Это что, Ксюша смеется? Кто это с ней? А твоего друга случайно не Илюша зовут? Нет, его зовут Егор. Так, нужно пойти и узнать, кто это с ней. Илюша, это мой брат. Он всегда что-то смешное вычудить может. Ксюша, пока ты тут сидишь и смеешься, непонятно с кем, мы тебя все ждем на занятия. Я сейчас приду. Нет, Ксюш, пойдем сейчас. Тебе же Ксюша сказала, что она сейчас придет. А ты вообще кто такой? Я ее друг. Что-то я раньше тебя не видел. Мальчики, успокойтесь. Никита, это мой друг. Мы сейчас придем, так что иди. Мария Сергеевна сказала, что занятие начинается через 5 минут. А ты знаешь, как она не любит, когда опаздывают. Хорошо, мы сейчас придем. Ну ладно, я тебя предупредил. Это он тебя хотел разыграть? Да, это он.
Ладно, пойдем, а то Мария Сергеевна взорвется от злости, если мы опоздаем. Ладно, пошли. А где Мария Сергеевна? Отошла, скоро придет, а меня заставила канат распутывать. Да. Представляешь, я нашел Ксюшу, но она была с каким-то пацаном. Что? С каким пацаном? Не знаю, но Ксюша сказала, что это ее друг, хотя я никогда его не видел. Странно, на Ксюшу это вообще не похоже. Ну что, Аня, распутала канат? Ну что, Никита, ты позвал Ксюшу? Да, я позвал. О, а вон и они бегут. Здравствуйте, Мария Сергеевна. О, Данечка, наконец-то ты пришел. Я весь день тебя искала. Скауты, познакомьтесь, это Данил. Он теперь будет с вами в лагере. Ксюша, кто это? Потом. А еще Данечка будет в вашем отряде, так что не обижайте его. Становись, Данечка, на место. Ага, попробую его еще обидеть. Так, ну что, скауты, время начинать занятия. За мной! Скауты, сегодня мы будем раскладывать палатку. Но не просто раскладывать, а раскладывать ее на время. Сейчас мы поделимся на команды. И чья команда будет быстрее, та и получит нашивки. О, класс, нашивки! А как будем делиться на команды? Может, на цуйпа? Нет, Никит, у меня есть лучший способ. Может, с помощью жеребьевки? Нет, Ксюша, ты тоже не угадала. У кого-то есть еще какие-то варианты? Кинем монетку? Нет, монетку мы тоже бросать не будем. Сейчас я вас научу, как нужно делиться на команды. Ксюша, что это? Не знаю. Аня, что это? Это стручок. Понятно. Ну что же, начнем. Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки. Раз, два, три. Командиром будешь ты. Ксюш, выходи. Сейчас выберем тебе напарника по команде. Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки. Раз, два, три. Командиром будешь ты. Дань, выходи. Ты теперь в команде с Ксюшей. Как будет называться ваша команда? Антуриум. Отлично. Как будет называться ваша команда? Совы. Хорошо. Значит, Антуриум и Совы. Совы, начинайте первые. Готовы? Начинаем. Неплохо, совы. Становитесь на место. Антуриумы, приготовьтесь. Сейчас ваша очередь.
Антурио, мы готовы? Готовы. Тогда начинаем. Мы закончили. Стоп. Плохо, Антурио, мы. Очень плохо. Вставайте на свое место. Так, слушаем результат. Антурио, мы. 2:17. Совы, 1:07. Совы побеждают. Ура! Победители за мной. Получают нашивки, проигравшие собирать палатку. I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away. I won't waste this. There's something about the way.